8 лет назад госкорпорацией «Росатом» была утверждена и согласована с правительством региона концепция вывода из эксплуатации радиационно опасных объектов. На основании ее определены мероприятия и технические решения, предусматривающие приведение в безопасное состояние объектов, в том числе консервацию хранилищ с созданием дополнительных инженерных барьеров безопасности. Никакого риска и угрозы для экологии на сегодняшний день в Кировской области нет. После подготовительного этапа достигнуты положительные результаты по снижению уровня потенциальной опасности для окружающей среды и населения региона. С 2008 по 2012 год РосРАО выполнила ряд научных исследований, которые легли в основу разработки проектных решений. В 2014 году проведена первичная регистрация радиоактивных отходов Кирово-Чепецкого отделения и принято решение о выполнении первоочередных неотложных мероприятий подготовительного характера. Планомерно мы будем выполнять шаг за шагом эти работы. До 2030 года, как они сказали, все это должно быть выполнено, потому что до 2030 года есть федеральная целевая программа по ядерной радиационной безопасности. На заседании участники технического тура обсудили возникшие вопросы и пути их решения для успешного достижения конечного результата по приведению в безопасное состояние радиационно опасных объектов.